Добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию серебряный полтинник 1913 года. Минсмейстер Виктор Петрович Смирнов, ВС на гурте, состояние X5+, штемпельный блеск. История монеты. В год выпуска юбилейного рубля памяти 300-летия дома Романовых чеканились и линейка обиходных монет Российской империи. Еще в 1913 году произошла смена управляющих золотыми и серебряными переделами минсмейстеров. Для денег из высокопробного серебра они предоставлялись на гурте, разделяя подпись чистого серебра, 2 золотника, 10,5 долей. В 1913 году там были знаки ЭБ и ВС. Минсмейстер Виктор Петрович Смирнов заменил Эликула Ивановича Бабаянца. Виктор Петрович Смирнов был еще знаменит описанием русских медалей. Это монументальный труд о сохранившихся штемпелях, начиная с петровских времен. Так, смотрим. Описание монеты. Художник и резчик Антон Васютинский. Тираж 6 420 тысяч 17 экземпляров. ЭБ и ИВС монет с надписью ЭБ было меньше. Соответственно, монета стоит дороже. Металл. Серебро 900 пробы. Вес 10 грамм. Вес металла 9 грамм. Диаметр 26-75 миллиметров. Санкт-Петербургский монетный двор. Так, смотрим аверс монеты. На аверсе монеты размещается профиль царя Николая, обращенный на запад, влево. Надпись возле царского лица. БМ Николай II, император. С противоположной стороны написано и самодержавие всероссийский сокращенный. Реверс. Изображен герб Российской империи, двуглавый орел, грудь которого закрыта щитом с изображением Георгия Победоносца, поражающего змея. На крыльях орла небольшие щиты с гербами губерний, подчиненных империи. Орел держит символ монархической власти, скипетр и державу, а его головы венчают 3 короны. Под гербом расположены номинал монеты, год выпуска. В предыдущем видео я рассказывал о минсмейстере и истории монеты. Сейчас смотрим за состоянием. Ближе подведу. То есть вот яркий штемпельный блеск. Смотрим в зеркальное поле. Видна местами патина. На гербе все детали. По-моему, здесь даже потертости. Да, нету сюда. Потертости нет на этой стороне. Гурт в отличном состоянии. Зеркальное поле. Также самое видны все детали. Отличная монета в коллекцию. Рекомендую. Монеты я выставляю на аукционах Украины. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов на моих аукционах. Спасибо за внимание.